Свет – это прана, свет – это энергия, свет – это счастье, свет – это любовь. А проблема – это всегда что-то темное. Болезни – это тоже что-то темное. Плохое настроение – тоже мрачно, мрачное настроение. Проблемы всегда олицетворяются с чем-то темным. Вот вспомните, когда у вас были какие-то проблемы, мрачное у вас было настроение. Да? Все темно и мрачно. А когда радостно, все светло. Дело все в свете. Свет – это прана, свет – это энергия. Если в сознании будет свет, там не будет проблем и болезней. Просто там не будет места. Вот это пранаяма, которую мы делали с вами сегодня с концентрацией на свете, это и есть создание такого состояния сознания, в котором темнота невозможна. Когда человек болен, когда он расстроен, все мрачно и темно. Или когда солнца нет, настроение у всех мрачное. Чем севернее, тем больше процент депрессирующих людей. В странах, где много солнца, депрессия неизвестна вообще. Там такой проблемы нет, не существует. Темнота – это проблемы, это болезни. А свет – это счастье, любовь, гармония. И совершенство. Поэтому, если мы хотим, чтобы не было проблем и не было болезни, надо сохранять этот свет в сознании. А если мы хотим избавиться от них, надо сделать так, чтобы свет вытеснил темноту. Как солнце всходит и наступает день, появляется свет, и темнота растворяется. Темнота, а значит, проблемы и болезни – это просто-напросто отсутствие света. Вот и все. Все просто. И если в сознании будет свет, там не будет печали и тоски. А на душе будет легко, светло и спокойно. И вот мы учимся генерировать этот свет. Кто-то воспринимает это как генерацию света, кто-то просто открывается к свету, и свет входит сам туда. А второе мне нравится больше. Ничего не надо создавать, просто надо раскрыться. Свет всегда вокруг нас, всегда в пространстве полно света. Надо открыться ему. Вот это мы с вами и делали. Поэтому вы такие сейчас все спокойные и умиротворенные. Такая у нас очень-очень спокойная аура. Спать вы будете сегодня очень хорошо.